Итак, всем привет! Сегодня я вам расскажу, значит, как печатать на клавиатуре словацкой с закрытыми глазами, слепым методом. Можем тлачить на словенской клавеснице почитача с очами затворенными. То есть я могу печатать на клавиатуре словацкой с закрытыми глазами. И хочу вам поделиться, как же ею печатать, как вообще клавиатура печатает. У кого дома русская клавиатура, да, и английская, там английские буквы похожие, но там есть еще и некоторые фишки. Я вам их покажу. Смотрите, значит, чтобы научиться печатать, самое главное знать алфавит. А, А, Э, Б, С, Ч, Д, Д, З, Дж, Е, Е, F, G, G, H, I, 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 K, L, 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 M, N, N, O, 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 P, Q, R, R, S, Ш, Т, Т, U, U, V, V, X, I, I, Z, Ž. И такие сочетания Я, Е, Ю. Их всего получается 4 фоновых. Это я, е, ю и во. Ну, во я уже набирал. Вот оно. Вот. Если вы научитесь эти буквы набирать, вы видели, как я их набирал. Я сейчас вам немножко покажу те, что идут у нас, значит, необычные буквы. Значит, А идет вот, как и в английском. А уже А набирать, долгое А, но уже на восьмерке лежит. Вот, долгая А. Дальше, пробельчик. Теперь Э на вот этом лежит, твердый знак или И. Дальше, Че. Че лежит на четверке. Ди самое важное. Значит, зажимаете Shift и нажимаете плюсик. Вот, в плюсике тут проблемы все. При зажатом Shift я нажал. И теперь D нажимаем. И она тогда D получается. А остальные уже идут у нас, допустим, где не надо Shift зажимать, а просто плюсик нажимаем. Например, R. Я нажимаю просто плюсик. Уже она, видите, вот это вот стоит уже. И теперь R нажимаю. И она уже идет с таким. Вот. Так, просто R, плюсик нажимаю, R. Ри уже мягкая. Дальше какая там по порядку будем? И. И простое, и вот. Вот оно у нас, видите? Девяточка. Дальше Ли и Л. Значит, смотрите, опять плюсик зажимаем, Л зажимаем. Готово. И такая у нас идет на двоечке. Двоечку я нажал. Л. Мягкая. Дальше. О. О. И во. Вот этот дифтонг. Во. Вы поняли, да? Опять. О с плюсиком будет идти. Сразу плюсик нажимаем. Потом о. Вот. И потом дифтонг. Дифтонг стоит на же. Вот. Дальше. Что у нас там идет? Р я показывал, Р, Ш. То есть С вот тут у нас, а Ш на троечке. Вот рядом пробельчик сделаем, троечка. Ш будет на троечке. Дальше У и долгое У. Тут ничего, никаких плюсов не надо нажимать, просто нажимаете на Х русское. И последнее И долгое. Значит, тут тоже такая есть фишка. Смотрите, вот это И, оно у нас на Я стоит и на Z. А вот идет И такое, оно идет на семерочке. Вот, семерочка. И тогда уже оно идет, либо опять можете плюсик и простое вот это И набрать. Кто хочет, может так пробовать, если вам нужно только долгое. Ну, а можно, чтобы не нажимать, сразу вот на семерочку нажали, и все, и готово. Та же самая буква получается. И Ж. Ж идет на шестерочке. Вот, шестерочка. Раз, шестерочку нажали. З.
пробел, Ж пробел, З пробел, Ж пробел, З пробел, Ж пробел. Смотрите, значит, вы поняли. И еще какая фишка между английской и словацкой клавиатурой. То есть вот эти дифтонги и всякие долгие я вам показал, где они нажимаются. Запоминайте. Вот. И, значит, теперь еще покажу вам, чем они отличаются. Вот, значит, они идут как английская, словацкая идет. Да, только дифтонги я показал. Либо плюсик, либо найти их, как я показал. Но еще есть вот это вот. Меняется с вот этой. То есть тут будет И. Мы нажимаем вот И. А тут не И. Видите, тут Z идет. Меняется местами. А вот тут, где Z, будет И. Вот и все. Чем они только отличаются? Вот эти две переставлены. А так она одинакова, как английская. А в английской вот тут будет И, так и будет. Не Z, а И будет. А вот тут будет Z. Вот и все. Набираем еще раз. А, А, Э, Б, С, Ч, Д. Ди, Дз, Джи, Джи, Е, Е, Ф, Г, Г, Х, И, 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 К, Л, Ли, Ль, М, Н, Н, О, 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 П, К, В, Р, Р, С, Ш, Т, Т, У, У, В, В, К, С, И, И, З, Ж, Я, Е, Ю. Я, Е, Ю, вот эти тоже идут. Ну вот так вот, в принципе, я вам алфавит сказал, и можете уже другие слова любые уже сами печатать, если вам понятно, да, я написал такое слово. Вот, вы будете быстро печатать, как я. Если хотите, я еще могу кое-какие уроки. Главное, пишите, если вам понравилось, если видео, с этого видео будет толк, я буду дальше показывать, рассказывать, как можно вот с закрытыми глазами. Я, в принципе, не смотрю на клавиатуру. Я могу смотреть либо на этот экран, либо могу, конечно, и на клавиатуру смотреть, могу на экран, могу вообще в сторону отвернуться или закрыть глаза. Ну вот так вот, в принципе, я набираю пока. На этом все, долго видео затягивать не буду. Кому понравится видео, можете, конечно, поставить и палец вверх, поддержать меня пальчиком вверх. И пишите в комментариях, продолжать мне снимать. Еще очень много моментов, которые я бы мог вам подсказать при печатании с закрытыми глазами на словацкой клавиатуре. И также на английской. Все, в принципе, всем пока, до новых встреч.